Доброго времени дня, подписчики канала. Сегодня мы разберем такой случай, когда в ваших руках в одной находится какая-то вещь, которую вы не можете ни выбросить, ни бросить, ни оставить на месте. То есть ваша рука, грубо говоря, бездействует. У вас останется только одна рука. Это очень дорогая для вас вещь. В ней может быть какая-то еще информация. Ну, в данном случае вы видите кейс с компьютером, с ноутбуком. Поэтому там очень много информации, и он очень дорогой. Поэтому там махать им, бить им. При всем желании, если нет угрозы жизни, я не буду. И просто вам покажу, что одна рука ваша вам тоже в помощь. Смотрите, когда у вас одна рука занята, желательно, если вы правша или левша, это в принципе все равно, но если вы изучаете психологию и физиологию, то я вам рекомендую, чтобы вот эта основная рука держала, ударная, будем так говорить, держала вот этот предмет, а вот эта рука, которая по физиологии и психологии связана с правым полушарием, и работает очень быстро в приеме и так далее, она была свободной. Если вы будете так держать, вот эта рука, да, она сильная, она у вас основная, но она у вас медленная. Почему медленная, будем постепенно объяснять сейчас, просто возьмите это на веру. Вот эта рука у вас свободна, и вас захватывают. Вы бить не можете, чтобы не потерять какую-то информацию и не сломать. А вот эта рука свободна. Работают в основном ноги, рука только помогает. Смотрите, я раз, два, три. С этой стороны. Вот он вас прихватил. Делаем движение на выдохе вместе с ногой. Смотрите, рука его согнулась. Теперь я присаживаюсь, разворачиваюсь, и если он мне не нужен, или к себе, если я перекрываюсь от кого-то, или от себя, чтобы он завалился, и я ушел. Это от захватов, допустим, за одежду, да, с этой руки, если он захватывает, то же самое. Начинаем не с вот этой точки, борясь с ней одной рукой, мы проиграем. А тем более вторая будет атаковать, то нужно перенести внимание. Внимание я перенес, в частности, на компьютер, да, смотрите. Но в момент переноса я, видите, вышел куда? На внешнюю сторону. И теперь атакую то, что я вам показывал, ногами. Вот обратите внимание, смотрите, я ухожу сюда, и теперь или этой ногой, или вот этой ногой, вот сюда, по боковой части бедра, и ухожу. Это медленная атака ваша. Даже если он двумя руками вас схватил, видя, что у вас одна занята, да? Ну тут опять антропология, физиология, анатомия. Моя рука длиннее, чем его. Опять же говорим, это ситуации, концепция в ситуациях. Он вот так встал, то есть он наклонился и оперся на меня, и голова его находится за площадью опоры. Раз она находится, я ее беру. Это я показал только руку. Ну, кроме руки, еще дальше, смотрите, я беру, дальше на выдохе в приседе, встаю, локоть, бедро и так далее. Предположим, что я лысый. Предположим, что он лысый. Но ситуация такая же. Но у него я меняю вот эти точки на выдохе в еремную ямку. Видите? Вот он стоит, еремная ямка. А дальше берцовая кость. И вы уходите. Я могу работать самой рукой. Смотрите. Я вот здесь чуть-чуть поджал и соединил точки. Эта рука ушла сюда.
Сейчас будем делать медленно. Смотрите, я соединяю, подшагиваю. Вот эта рука уходит сюда. Дальше я работаю не рукой, а ногой на выдохе. Вот сюда. На выдохе. Одна рука сорвалась, вторая здесь осталась. И вот теперь вот так. Видите, куда? Сюда. Еще смотрите, он вас взял. Вы теперь работаете не на этом этаже, а на вот этом этаже. То есть вначале я делаю вот такое пугающее движение. Он отодвинулся. А дальше, вот видите, теперь я могу спокойно присесть и работать на его сустав ногой. Смотрите. Человек вас бьет, увидя, что у вас рука занята, а раз вы держите, в основном держат сильной рукой, да, вещь, то как бы на эту руку не обращают внимания. Но эта рука, я же еще раз говорю, она быстрая. И если я начну работать ей на выдохе, в приседе, в развороте, смотрите, раз, а вот здесь уже... Опять же, не забывая, что главная сила у нас – это ноги и таз, это только принимает. Смотрите, раз, главная сила – ноги и таз. Теперь здесь держу, здесь бью. Вас бьют, да? Рука ваша, вот эта, очень быстрая, вы знаете. Вот я ее поставил на угрозу, а видите, что с ногами произошло? Теперь я могу его очень быстро опрокинуть. Сюда и сюда. Пах, крестец. У вас может быть даже вот так рука, да? То есть нет ручек, как говорят, чемодан без ручек, а выкинуть жалко. Вот так рука. Да, это несколько хуже, так как вот здесь... Степени свободы я убрал. Вот здесь степеней свободы много. Вот здесь степени свободы, они зажаты. Но вот это все, и те упражнения, которые мы с вами проходили в предыдущих роликах, подготовительные, вы можете нарабатывать. Напоминаю, что если схватка неизбежна, а рука у вас занята, и вы видите, что человек явно агрессивный, то вы можете нападать первый. Опять же говорят, да это разве удар, что он согнулся? Это даже не удар, это имитация удара, заставляющая его принять оборонительную позу. Как бы мы ни пыжились, какими бы спортсменами, чемпионами мира не были, но при том, что угрожают нашим гениталиям, тут же заставляют принять вот такую позу. А дальше вот тот рант, о котором мы говорили, или даже мягкой своей обувью, вот сюда и уходим. На этом все. Всех благ. Опускайтесь вниз по ссылке. Работайте с нами на наших курсах. Приобретайте бесплатный курс, который у нас там есть. Берегите себя, до новых встреч!